Приветствую вас на моем канале разборов анонсов психологических обзоров. И сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта «Пацанки». А вы мне напишите в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего, за которую вы болеете, какая достойна победы. А следующая серия у нас пройдет под девизом «Неделя доброты». С самого начала девочкам раздадут маленьких милых животных, и они будут заботиться об этих животных целую неделю. Потом девочек отправят в приют для престарелых. Они узнают много разных историй, разных судеб, и, конечно же, задумаются над тем, что они не хотят оказаться в старости в таком же приюте. Поэтому они задумываются над тем, что им бы неплохо иметь детей, хотя бы в будущем. И поэтому их отправят в детский сад, где они будут смотреть за детьми. Конечно же, у них будет не получаться. Но над ними будут наблюдать родители этих детей, побоятся оставить детей наедине с пацанками. А в финале серии девочки должны будут раздать своих маленьких милых животных. Не просто раздать, а организовать презентацию и отдать в добрые руки. Напишите мне в комментариях, какая пацанка вам нравится больше всего, какая достойна победы. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!